Ограничения остались, но город и бизнес вздохнули свободнее. Новоуренгойцы активно восполняют нехватку гормона счастья. В кафе и ресторанах столы заказаны на несколько дней вперед. В кинотеатрах в будни ажиотажа пока нет, но на сеансы в выходные дни билеты активно раскупают. Наша съемочная группа пообщалась с бизнесменами сферы развлечений. Как они пережили пандемию и работают в новом режиме, расскажем прямо сейчас. На кухне украинского дворика работа кипит в буквальном смысле слова, а еще шкварчит и наполняет помещение потрясающими ароматами. Пока одни повара готовятся к предстоящему банкету, другие спешат создать сытные кулинарные шедевры на бизнес-ланч. Во время простоя повелители кастрюль и сковородок не сидели без дела. Меню кафе серьезно обновилось. В этом кафе столы заказаны на несколько дней вперед. Правда, число посадочных мест уменьшилось вдвое. Столы расставлены с соблюдением социальной дистанции, но зато загрузка полная. Первый день, конечно, было тяжело. Люди пошли, люди соскучились за кухней, за выходом в люди. Сейчас уже встали нормальное русло. Также встречаем гостей на бизнес-ланчи, организуем мероприятия. Конечно, пришлось сократить количество посадочных мест в кафе. Руководству украинского дворика, как и другим рестораторам, во время вынужденного простоя было непросто. На доставке много не заработаешь. Спасло то, что здание находится в собственности, не нужно было тратиться на аренду. Финансовые трудности удалось пережить без потерь в команде. Персонал сохранили, потому что знали, что люди работают много лет у нас. Если мы распустим этот персонал, набрать новый и обучить той кухне, которая... Мы уже 8 лет людям предлагаем. Будет очень тяжело, очень сложно. Поэтому мы держали за свои кадры, смогли сохранить полностью штат. Городская индустрия развлечений потихоньку оправляется от коронавирусного шока. Кинотеатры готовы радовать зрителя новинками. Кино и анимационные фильмы на любой возраст и вкус. Как только ограничения ослабили, народ пошел и в кинотеатры. Кинозалы готовы к приему посетителей. Здесь все продезинфицировано, особенно контактные поверхности. Также посетители находиться должны в средствах индивидуальной защиты, то есть в масках, и они не смогут сесть рядом. Даже на сайте билет можно купить только через одно кресло. Рассадка в шахматном порядке. Все это для соблюдения мер безопасности. Без ограничений работают и торговые центры, открыты абсолютно все магазины. Требования к их работе общие, персонал и посетители обязаны носить маски и соблюдать социальную дистанцию. Павел Прожогин, Владислав Еремин, Богдан Жиделев, служба новостей «Импульс».